Впервые Ивановский драматический театр принимает участие в фестивале имени Рыбакова в Тамбове. Он существует уже 10 лет, и это территория профессионального общения актеров, режиссеров, критиков и руководителей театров. На конкурсную программу представлен спектакль для малой сцены «Жизнь Василия Фивейского» в постановке Владимира Юрова. Помимо показа спектаклей и их обсуждений, в рамках фестиваля проводится множество значимых мероприятий – творческие встречи, вечера, театральные гостиные и так далее. Напомним, премьера спектакля «Жизнь Василия Фивейского» состоялась в октябре 2018 года. Тамбовские зрители увидят постановку 15 мая на сцене местного театра. На мой взгляд, это попытка глубокого прочтения классики, серьезного разговора. И вот я уже сказала о том, что поле для дискуссии открыто. Это очень важно, чтобы о спектакле говорили, дискутировали. И в этом выявляется наша задача – пробуждение интереса и наши возможности.